этот район Белокаменки, в принципе, этот бруствер, он, слава богу, нигде не увеличивается. Везде он величиной с наш автомобиль. Это метр с чем-то, да, высота? Ну, если будет выше, конечно, мы тогда снимем. А едем мы, естественно, посмотреть, что творилось этой зимой, когда у нас более 200 раз были перекрыты дороги в восточном Казахстане. Но это все, это естественно. Поэтому нам надо съездить будет еще обязательно на Алтай.